прошлый раз что-то это кипиш был какой-то. Так, что там помогает? Ты, блядь, меточки поставь, блядь. Слякоть рыба. Да. Риона рыба. Где рыба? Меточки поставь. Иду я, блядь. Да чё, блядь, почему моя рыба ничего не ест и не видит, блядь? Чего, я покушал, синг. Да я не понял. Знаю, просто в прошлый раз почти никто не поел, а сейчас Ури спрашивает, где рыба. У Хисеры рыба светится, блядь, что ли, или что? Да. Моя лучшая. Да хуя, значит. На мою они деньги давали, а на твою нет. Вот мои деньги. Мои деньги не трогать, не надо, пожалуйста. А я вообще деньги трогаю, я башку сделал вот. Да какого хуя ты трогаешь их вот? Да. Я, кстати, тоже тронул сверки 4. Можно шоколадке пойти денег туда, где у нас этот хапал обычно стоит? Зачем? Это хуя. Пусть там хапал там стоит. Его. Пусть там хапал стоит, ему уже не разливают. Ну так он на этой, блядь, он на эшке, он скидывается. Ну, первый раз может, второй раз когда будет. Ну похуй, иди туда, короче. Ну. Если что, я тебе... Мне туда идти? Да, иди туда. Да, скинешь иди на за Реслином. А, за Реслином, да? Да. И там топы за ним, все. Так, Реслин, стой в одном месте, ну примерно, типа, ну, короче, ты можешь там бегать, похуй, в принципе. Просто главное танк не урони, от дыхания не сдохни. Все, блядь. И этот, ты знаешь, где этот портал забирать на переходке? Там зеленый исполнится. Вот там, где череп, примерно вот там портал будет зеленый. Его потом возьмешь. Когда будешь стартовать, скажешь. Могу вам так один лайфхак рассказать после того, как пуляете. Этот хак, уйди в конец самую метку в зеленую. Там можешь стрелять. Все вроде. Как краснодарский даешь боб по балалайке, если пропает. Если что, когда вы меняете расу, то обнуляется то, что вы рефракались. Я за 5000 в Альянсе, за 5000 в Орду. Вообще никаких тридцаток. Я этот, блин. Дед всю голду статика потратил. Нет, я у Фенрира еще возьму. У Фенрира 25 тысяч лежит моих. Это резервные просто его деньги. На черный день. Пойду почилю. Я все верну, когда ДС выйдут, не бойтесь. Да, Гомель так же говорил. Кто тебе эти ДС даст? Какое дыхание было? Сейчас зубы нужно дать. Факу зубы. Кидай зубы. Я, кстати, Артемка, это нахуй с процентами ты должен вернуть. Кто? А ты знаешь, сколько у меня денег и сколько это я забрал? Вот и все. Сука малая, блядь. Хак, уйди, Уриону похили. Больше не нужен. Да так вы и вводи, блядь, по аэро нам. Не, ну байерские деньги я вообще не трогал. Я трогал только деньги за сферки. Да говори проще, я трогал все деньги. Не. А те же их нет. Тебе в трейд кинуть мои? Не буду говорить сколько. Фаза. Так ты давай. Фаза. Череп порисли. Телескоп он там. Где тут в этом? Какой как понять, какой корабль борискует тундру в Альянсе? А, подписано. А, надо говорить с ними, боже. Не подписано, тут гвардия подписана. А там на кого бог пошлёт просто. Крепость от Ольга. Рассинь сзади портал, рассинь сзади, сзади. Геру. Осторожнее, вот балайка хилит один. Да похуй. Ничего, смотри. Урися лицо разбивал, сидел, видел. Да похуй. Я тут Яшу в прямом эфире передамаживаю. Красава. На тебя что там, луч пропнул или что? Нет. Или он в капе сидел? Быстрее он в капе. По меткам. Блять, я не помню, в какой стоял. Я не помню, в какой стоял.
Че в ШП спекнулся, кстати? Я обычно, блядь, самую последнюю вставал. Я же что-то не под боссом стоит. А с кем сейчас меняет хуйню? Реслин, дай ему боб. Для меня разливать. Этот... А че, Яша, у тебя шмелок, не? Сейчас зубы нужны, да? Нет, у него зуб, когда? У него только где-то на следующий будет, или еще там. Ну, короче, секунд 20 у него там, или 10, наверное. Как же хочешь подамажить. Ты лучше бы Яша подамажил. А Яша милик. Сейчас, скорее всего, есть. Давай. Зубы. Ловите портал. Паза. Так, Хак, у тебя же по-любому есть какой-то макрос. Просто поспай макрос, и мы поймем, что это да. Или нет. Ну, типа, обозначить. Плюс-минус. Пехотки на меня. Плюс минус у него Хаку. Да, блять, я не успел. Короче, если хуёво будет, я подбегу. Минус. Минус. Минус получается. Ну, короче, минус если нет, молчание если да. Все. ПС, да, есть, есть. Догоняю Синга в прямом эфире. Дурачок. Блять, на фите кто-то я сколок последний проебал. А зачем последний сколок оставлять? 2% дамажа. А, типа если у тебя нет, то у тебя теряется эти? Да. Пометка. Ты смотри, осколок дает 5, а... Точнее, осколок, который лежит, дает 2, а поражёнка дает 5. То есть под конец файта. Ну, под конец понятно, где он его сейчас вернул. Закать хп хуёво. Прохил. За выйди. Блять. У меня минус. Нет. Оху, пусть стоит, хильте его. Капли там у него скиньте. Ну ты пока танчишь. На next кидайте капли. На next реслин каплю, да. Блять, он вылетел. Вылетел. Я в тучке стою. Я в тучке стою. Бабл прожимай там. Тучка кончится? Не, нормально. Питал. А, не, меня выкинул. Мы заметили. У Леона подшивай нормально, аж поддержится. Нет, блядь, пизда тебе. Не, что? Я сейв тоже не отдал, хе. А, ты нашки, что ли? Бабэм. На, нахуй здесь танк. Блядь, меня гильти. Не знаю, чтобы... Плюс 10, хорош. Наверное, чтобы не ловить вот столько урона. Штанцы надо кому-то? Вряд ли. Ну, это на мешку возьму. Мало ли. Кому? Что, утонули уже? Я там, это... А тебе больше ничего не надо? Пала одеваем. ОДшки сразу даются, если что, да? ОДшки тебе бы не дали, да, в любом случае. Ну а шмот там все не нужен, похуй. Бля, хуёво на самом деле. Куда дальше? Чё хуёво? Лагает? Не, в крайнем случае есть Фенрир. Там. Дева, я не знаю, будет сегодня или нет, наверное нет. Даже не наверное, блять. Долин, пишите, нам Долин нужен. Хорошо. Или не нужен, стоп. Смотрим. А зачем нам доля? У нас же Яша есть. Доля? А не нужен. Получается, мне надо быстрее, да? Сегодня дева точно не будет. Она, если будет, она будет во вторник, но я вроде не уверен, что мы хотим сейчас запад давать. Короче, спросим там. Узнаем. Поточнее, я напишу. Ну, типа, она будет только если во вторник. Раньше не будет. Вот. Сейчас, если, короче, пока. Запад еще хочет, да? Да.
чего там надо закидывать? Хаку надо закидывать, надо закидывать. О, я в Орду вернулся. Тебя на ком закидывать? На Роге? Да, сейчас я не в гильдии, если что, гений. А, я знаю. Ну сейчас я только гружусь в Орду. Меня еще, наверное, не существует. На кого? На Арана. О, Арана я люблю. Ты ник поменял? Или... Нет. Надеюсь. Я вроде надеюсь, я вроде никого не ткнул. Пока я ник поменял, я тильт. Пойду снова раз уметь. Дважды. А ей не хватит? Да, у Фенрира возьму. Не, ник нормальный. Что, я его... Что-то пока. Ура, я в гильдию тупил. Дайте звание. Сейчас, подожди. Да тебе могут только старшие позвонить. Да? Да не, так у нас есть дезы уже озерона. Так он не может дез дать. Ну, он может чуть ниже, да, чем дез. Ну, да. Но я дал ему клоуна, я думаю. Да, блядь! Повысьте, блядь. Какая у тебя заметка была? Артём Крога не домути. Чё-то типа того было. О, это что, мне рыбу ставить? Чем? Вот это там. Ещё мне пару аддончиков. Сейчас, кстати, потестим, у кого больше этой, да? Скопится. Энки. Кстати, да. Можно. Хотя у меня не показывалось с энергии, энергия в этом детейлсе. Вливание тьмы, нет? Да. Ставь рыбу в рот. Все, сидеть, сливна. Так, ну я же сапрот могу не пить, а сильно, да? Я на X2 делал себе, естественно, это эльф и бездна. Ладно, я сапрот бахну. Так, бля, вроде ничего не забыл, да? Надеюсь. Так, что там, баночка? Где баночка, маслица? Ну, по идее, да, ты со фростаурой. По-любому. Похуй на все. Я огненно ставлю. На зиме даешь бабл просто. Ну, бабл, сакру, мастерауру и пилишь. Блять, я умер, попа не докал. Реветь, блять, сын. 2%? 1,2 у меня не докал. Так. Ладно, что чекал? Да, блять. Почему? Хаку сапрот. Потому что у НБ 2%. Че, мы сразу геро сливать будем, да? Смотр. Не-не-не-не-не. Оставим, да? Конечно. Фу, блять, Эридарка. Так, я понял. Ну, вот как есть. Так, я ничего не забыл, что-то... Поменялся, как будто вообще... Зато у меня лужа есть. Бля, мне метка лагает. Кому оси сдать, чтобы метку поставил? Фу, блять, вообще... Я без капа, РПВ, чё жить? Как давай жить? Мне, я попробую поставить. Я, короче, ассистов не раздавал, постыкните какую-нибудь метку. Туда, куда обычно. Варпа, ты покричишь на... Не-не, вот сюда вот. Ури, покричи на нам. Да, блять, вы заебали бездари на рогах. Так тебе тоже нужно. Блять, я с этой меткой ебучий не припомню. Так бездари-то вы. Нахуй. Бля, я хочу нажать прожимку, а нету. Чё делать? Так, всё, блять, давай нахуй. Ебало, на ухо. С другой хапал тут. Раз я, блять, не привык, скорее всего, ты хуйни играть, так что... Поставить. Хорошо, ожидается первый Тук. Вайп, да? Осуждаю. Эрслин замораживается. Где он? Дайте мне. Так, это разморозить. Угу. Успел нормально, да? Угу. Эрслин, давай местами поменяемся. Местами поближе к метке. Я-то могу бегать, мне в принципе похуй. Блин, вообще как другой геймплей, как будто.
Wait for Ibrahim. Зеро замораживается. Сейчас меня подними. Меня подними. Я боялся, что тебя разъебет сильный. Хаку замораживается. Хаку. Нет. Что? Нихуя. У меня щиток был. Уходи, Хаку. Да раньше так не работало просто. Видимо, я работаю. Миллером. Сейчас ты... Не-не-не-не. Я скажу, когда. Так я же в тебя напугаю. Хорош. Рядовская вот штука это. Щиты усиливается? Да. По-любому. Нахуй они тогда нужны? Не, он там же пишет только исцеление. Касты, пожалуйста. Ури 2. А, не, все, подожди, не забагалось. Ури Азерона. Кесера Азерона. Яшалим Сенг Саунг. Яша Арислин. Яша Уитфюри. Кесера 2. Арислин Хаку. Шоколад. Арислин. Яша Лен. Азерона. Кисера. Кисера еще одна. Поднять. Я задолжил. Арислин. Синг замазались. Вот бы ты покастил, блин. Не чародейский чел. Спасибо. Архил меня. Все получается, глюки кем или что? Беги, зима. Баблиш, короче. Вот, сокрутом даешь. Чилим. Оборожение рисует. Фернальная яша. Кик. Это кик. Я шелен замораживается. Ну все уже. Азерона. У тебя ж есть блин. Я еще не привык. Кик. Ну что ты так заглю? Что ты? Шутки, кто будет да, пыхтеть перед. Кто будет пыхтеть перед каждым этим пулом? Ты. А я не курю. Обычно, ну будешь пыхтеть. Геру. Угу. Тычка, тычка, бим-бим, бам-бам. Вот у меня нету процента РПБ, я хочу в окно выйти. Хули ты его не сделал. Ковать потом разморозьте. Инфернально. Синька разморозь. У меня с собой есть камень, но не хочу. Так. Читанина мало. Может мне упадет пояс с погибели? Да может, наверное. Да конечно. Яша разразить надо. У меня к тиману заканчивается. Блин, нажми кнопку. Босс умер, если еще почти. На ФКД. Зеро на пахе. Так, меня боб даешь. Да, он умер, блядь, на боссе. Давай, боб. Вот. Вот сейчас давай боб мне. Давай. Хера, уйди нахуй. Я ушел. На нахуй. Деду пью. Вы убили. Блечи! Кресло, подвигайся. Блечи! Иди нахуй, не отдавайте, не отдавайте этому. Азероне не надо отдавать. Нет, Сингу не отдавайте. Азероне вот не надо отдавать, ты без вариантов. Не отдавайте нахуй плечи. Треснете.
Нет! Фьюри, пожалей, пожалуйста. Наконец-то. Вот, дед, давай, если он сейчас получит плечи, он нахуй ливнёт. Не, у меня 45-й с ИВК. Как у тебя офсетом, ты уверен, что плечи? А у меня офсетом они, вот смотри, на мне одеты. Пидорас! Не, подожди, вот Фьюри, тебе реально это надо? Конечно, ну ты посмотри, у меня 4 куска других совершенно. Ты чё, пидор? Не возьмусь утверждать. О, так тебе глю плащ отдал, а ты давай на плечи нам отдавай. Да у тебя долгонок есть и так ДПС больше всех, блядь. Варюга ебаная, блядь, с первого КД. Нахуй мы вообще в этот Фьюри взяли? А кому плечи-то? Надо бы сидели с плечами реально были. Что за расизм, блядь? Какой расизм? Ну против СОВ. Ну, блядь, зато другие полутал плечи. Я бы сказал носи кожу, но... Носи ткань. Игра говна. Сингу не отдай. Синка, ты будешь ходить, если тебя сюда нихуя не надо будет? Конечно, да. Буду. Конечно, да, блядь. Синг будет ходить, не бойся. Чё, плечей деревянных нету? Арислин, 1 из 100. Хорош! Ну, конечно, блин. Так дух крицеви можно взять, не? Ты убираешь? Дух крит. Там не Т4. Это мы с дух критим. Плечи Т4 не хас крит на сайте. Печенька не такая важная, как эта херня. Ну у меня... У меня на пул не работает, а вот нормально. Плечи с ИВК 10, я уж не помню, когда... Ну когда ИВК открыли, тогда и выбил. Остальные куска Т4, кроме плечей. Не, ну если у тебя там хаст крит, так это, блядь. Да, хаст крит, и там тоже 2 дырки, и тут тоже 2 дырки. Ну, вот, кстати, сегодня босс быстро упадет. А в Т4 там 1 дырка, по-моему, там не 2. А мы с Радрубанем сейчас, да? Там берешь вторую дырку, типа. Ну, ретрик, типа. Т9, это по-любому ты грудь перчи берешь на сове, по-любому. А Т4 ты берешь все остальное. Так у меня 4 Т4. Нам здесь сова как раз, типа, не нужна. А ты нормально у тебя в этих у совы СПД хаст крит типа в плечах. Сюда бы, конечно, долю. Вместо кого? Войн, ты, кстати, ну, как бы хуйню, наверное, морочишь, реально. Да нет, пусть Яша босса туннелит сидит, блять. Типа реально, ты с двумя кусками, нахуй, с двумя кусками меткости будешь бегать. У меня кап есть. Ну, капа дальше будет, типа, расти. Не, ну как хочешь, типа, но мне кажется, это хуйня, типа. Вот у меня сейчас только 1 кусок с меткостью. Ну, кстати, реально плечо хаст крит, блин. Ну, у тебя взял, выбил эту или купил за эти, за жетоны и апку. Если бы или хаст крит. 260-го и все. Смотри сам, но типа у тебя в ногах и в это, и в руках меткость. Плюс у тебя у совы больше всего, типа, меткости 4. Да, ты же, кстати, можешь взять эти штаны. 10% кап. Там же штаны есть, хаскрит с ИВК, 258-е прибирки. Ладно, я это все понимаю. Там, короче, как-то раз мы пришли на Ануба. Там сказали, ну вот, ну тебе же не надо эти запы. Давай их ретрику. Ну, ладно, все, типа. А то, что Войт танчит, хилит, всем как бы похуй, все об этом забывают, а когда танка нету, то Войт танчит. Да. Рыбу хавайте там, потом. Нам нужен был в четверг танк. Войда не было. Да понятное дело, я, блядь, на сутках. Не, я ничего не говорю, просто типа... Чоколадь, рыбу хавайте, все, покер. Надо ему, значит, надо, все. Давайте не будем мыть ему, блядь. Да я не ною. Бля, мне вообще, типа, похуй. У него хаст крит плечи на шумане, это правда. Так, а у меня и нет, класс. Ты три шмотки любых. А почему ты апнул не грудь и штаны? Грудь я беру Т10, и штаны тоже Т10. А, все, прости. Ты ебало завалил? Ебало завалил, молчу. Так.
А, ты типа сейчас думал, надо отключить. Выбирайте там, кто в хилат, чековать или вот фьюри. Вот фьюри, пуфка. Ну, давай, наверное, я попробую, не знаю. Нет, а нет, у нас СПД дает тотем, шаман, а сама нихуя не дает. А, ну ладно, давайте. А он прохилит? Ну, не должен. Ну, так это считай... Это считай три меткости, не блядь. Не, подождите, а так ШП, блядь, а стоп, или нет ШП, да? 13%, кстати, да. Блядь, а три меткости. 13%, блядь, лок, шутка для вас лично. Такая-то доля не пойдет на это? Доли нету. Ну. Ну не знаю, может он во вторник, типа, будет. А чё вы в этот, как он называется, ДЦ хапал? Или как вы хотите? Мы ретрика хотим, чтобы он бил эти, блядь. Мы хотим без хапала. Ну, типа, в ДЦ и еще один хил. Не, я, конечно, могу зайти на филинд раз. А комнаты кто, две роги закрыты, кто еще третий? Ну, так как обычно, хил сервис. Лок, рога. Ничего, по комнате ничего не поменялось, те же люди. Я вам предложил бы пойти, я не знаю, закрыть тоже или погибель, или, блядь... Попробовать оперу, типа, оставить уже на вторник остальное. Оперу, ну, хз. Да террориста можно убить, да чё, давай, всё, пофиг. Да, можно, но я смотри, я не гарантирую, что я отыграю хорошо в Ирдру, потому что, ну, это не тот босс. Павел Шама, всё, давай, Шама в жопу, нет. Попробовать, ну, если, типа, ему супер трудно будет, я могу попробовать. А, давай, давай в Шама. Сейчас тогда я аддон включу. Типа, Шам точно лучше будет. Ну, у меня может маны не хватит. Да, у тебя 4-4 хотя бы. Деда с Ками, ну блядь. О, 4-4. У тебя. Нет, 4-8. Блять. Не уверен, что это было. Тут еще прикол в том, что не только шаман будет по мане садиться, тут уже я буду по мане садиться. Ну почему? Реслин бы синего джагом кинет. Бейте, стойте, блядь. Вдруг воздуха попадешь. А, поехали. Сейчас, смотри на меня. Поехали. Там дробяшку один. Он невозможно сесть, по-моему. Смерть посел? Да, только у меня тут кто-то... А на Филина, на Филина кто заходил? Хисера? Да. И ему что-то надо с этого буста? Нет. Нет. А Эрдру хуже будет, чем вот его шаман? Ну просто, не знаю. Это и сразу иннер прибавится, представь, сколько маны. Так чё, блядь? У нас Яш тогда будет, по-моему, закрывать. Ну и нихуя не поменяется, подаем уже. Только больше будет. Так чё, блядь, делаем? Идём нахуй. Ну, два друида лучше, в любом случае, по инерам будет, по БР. Ладно, пошёл. Так, идём так сначала с Эршамом. А, ну ладно. Две роги идём сначала. Давай быстро. Давайте, может, спекать. Реально, типа, это... Давай две роги, всё. Всё, идём в две роги, давай. Спекать. Да. Давай пойдём нахуй просто. Банки тикают, бабки платите. Давай. Ничего, больше ставим. Мне уже заплатили, нормально. Но у меня может маны не хватить. Да реально. Понятное дело, у меня тоже может маны не хватить. Ты на Чоколате ПКМ в босса нажимаешь, и это Арислин кидает синюю джагу босса, если можешь. Я вон дробяшку на метку сделал, чтобы маны больше было. Хорош. Попадать как раз будешь за меткости. 45 меткости, так. Есть ПД, больше щиты лучше. Чё у меня будет... А, сапроты тут. Угу. Давай вообще этого чоколати возьмем на холи присте. Ой, этого хакуапля. Может, сразу в окно выйдешь? Или реально хаку взять в ДЦ и меня в ШП. И я комнату буду закрывать. А хаку не надо, ничего лута. Да, блядь, нам маг оставьте. А всё, го пульнём. Давайте, идите, заходи, шоколадь, заходи. Не знаю, что пьет, но пьет. Паф или там чоколада. ДБМ пул. Крик на ОП. Да вы за... Да, хорош. ПС. На мне 7. Ну ты, блядь. Все мои моды. А где мой хп, кстати? У меня нету 1500, блядь. А, крик на хп. Вот, где мои. Рулс на что-нибудь будет. Почему не будет? Потому что крик на хп нужен. Ч
На второго паладина нет, который кулак дает, ты бил. Я без разницы на роги, блять. На два паладина. На два паладина не просто так. Вообще просто так, но не просто так. Горит экшн на месте. Ретрик же у нас не хапал. И что? У тебя каски и кулаки можно на время давать или еще? Да выйди. Яша, выйди. Пусть Яша выйдет. А не Хаку. Хаку метка. Хаку. Ну. Раз так, то так. Я вышел, пошел бить босса. Нахуй я всякать на полевой не знаю. Дай ты 4. Шо нажми. Скажи, когда кнопка появится. С энергией, кстати, вообще прикольно. Доджу 7. Первый за доджу. Трой сниму, если что. Вышел. Реслин на пук кинул. Метку словил. Че там по мане? А, вообще похуй. Если чё, шейнер еще есть. Я тут сейчас урона много. Аккуратней с семечками. Я ухожу. А чё с бесом, блять? Ты чё ебёшь так? Я вышел. Семя порчи снял. Следующее семя не сниму. Если что, там это реагируйте. Ухожу. Метку дай, уёбок. Метку. А, метка. Хорош. Реслин на пуз даю. ВГ распула давали или нет? Нет, конечно, я не давал. Ач, мы же даем вроде, ну. И да, не можно подходить. Шива, нажми. Ой, ой, Т4, Т4. Не успею, прохил меня. Ну фу, я ухожу. Хотел предугадать, да. Не, ну по мане походу нормально. Блять. Я еще инер есть. Позабей. Тимана не кончится. Ох. Ухожу. Особенно если на бой синяя джага. Вообще. Реслин выйди. Я 7 кинулась, я думаю, скинул у меня когда кнопка. Я шифтя на покину. Реслин, блядь! На ком метку сейчас? А я реслине. Трэш ебаный. Помогите трэш убить далеко. Шива, нажми. Нету. И тот столб. Гиндон. Метка на мне отошел. Это метка, я схавал ее от реслины или... Я аж плохи.
Большой нажми, пока только откажешься. 40 секунд. Все, убивайте, трэш. Понял, пошел. Сейчас семечки начнут взрываться, очень много урона, по-моему, идет. Нормально, все. Мы все стабилизировали. Я ухожу. Закиньте мне, наверное, Инар. Да, уже есть тотем. Есть тотем. Я уже кидал, сливайтесь. Тотем есть, Чиколад? Ну, через минуту будет. Понял. Ну еще банка есть, да нормально, не, просто думал, что... У меня проблемы, не у тебя, чел. Чё? Я вышел. Ты что-то не о том не можешь, думаешь. Бля, я не смотрю на твой маны, нет. Из чего я откуда же? Жми. Хожу. Блядь, скилл следующий. Блядь, у меня два тут же семечки, и все равно не хватает иногда, блядь. Как жить? Метку словил. Что, Гера можно убить? Не, Гера тоже лишний. Когда синк выйдет, можно быть. Ну ладно, я вылазил до Монорига. Какие у меня? Я вышел. Я там щит был. Ты сделал, что у тебя маны хватает. Так, я в Эридар распекнулся. Клоу. А ты нажимал кнопку свою? Да, я все жал, у меня ничего нет. Ну гимн еще есть только. Я жду, помню, там будет. Ну через 10 секунд. По кому с вас имя? Позерони. Я ухожу. По бездарности. Ну чё, давай гимн, наверное, не? Вот это могу. Каша, короче. Я вышел. Рисли на поводу её. Давай ты там. А, семечко скинул. Нормально, все. Ухожу. Что отображение поставил, бы в жизни не увидел это семечко. Метку кинул нормально. Веру дайте. Так жалко Синга. Пиздец, да, жалко. Не зафилил. Я тоже очень не зафилил разок. Там второй раз когда заходил. Я черду решил нажать. Неправильно, не как обычно. Я пошел. Вышел. Не метку нашу тебе. Да я... Сколько я иду? Ох, так добьем. Скоро босс умрет уже. Да ладно, да, блять. Эх, ловите метку, кто там, как говорится, сильный. Давайте второго долгонога. Да, да. Пока ты про него говоришь, он не выпадет. Сюда. Пизди меня, клоун. Я специально это сказал, чтобы он выпал. Да, да, да. Пойду фирм. Если фирм... Посмотрите мои роллы, просто, господи, хоть что-нибудь вырыли у людей? Наконец-то дед будет разрывать рекаунт. Ебой. Нормально так, блядь. Ты уверен, что она тебе нормально? Као, долго ног? Ну да. Ну, просто... Блядь, а какие еще варианты типа есть? Я жду, я просто спрашиваю. Ну, чтоб ты понимал, у меня кондёр и этот гром, типа, с этого Столгорода. Ну чё, опер? Куда сейчас, кстати, ну? Чё? Погибель можно. Пошли, пошли погибели. Погибель звучит более погибель. Реалистично. Я в рейс. Ой, блядь. А реслину хэпали. Нам не сюда. Главный холл в подвал. Блядь. А мужики, вы подкастерские, на плечки. Ну я говорю, нам не сюда. Здесь выпадет она. Это на самом деле не очень хорошая идея, у тебя контроль есть. И... Пизда вам, парни, бля. Ну, типа, если я в ШП буду, ну, там, контроль, как бы. Какой контроль еще? Ну, типа, этот Хаку говорит, что го похилит. А, не-не-не. Это не очень хорошая идея. А да, что за бомба, блядь? Выйдите из инста, все. Ой. Тут что-то... Ага! А вы что, не вышли? Наверное, потому что единственное, что мы слышали, это смех. Никто не сказал, что могу спустить. Да что-то я пошел через зал. Заодно еще кто-то шел.
Никто ничего не говорит. Я смотрю, о, привет. Эх, вот бы поясок выпал, блин. Как раз РПБ добью. Поясок. Три долгонога надо. Че, можно заходить? Да. Ой, надо. Пекло. Крит в окно, но РПБ добью. Полпроцента сразу минус. Не надо, и так больно. У меня сейчас 52,6, если что. У меня в рейде 55 сейчас. Да, вот тебе 2,5% с кружки. Да. Эх. У меня еще типа этот... если выпадет кольцо с этого... со смотрителя, я очень много полутаю. Потому что я поменяю Толгородское, я добью хит. Я поменяю 15 меткости на 15 ловкости. Ты сейчас на целка выходит? На Аране синк на четвертом месте. Блядь, я куда-то забежал. Ну тоже, да, целка выходит. Ну что, на тебя нормально я так похилил, не? Нормально, да. Я думал, хуже будет. Ну, это похилил, что? Заслужил долгонога. Ну. И это без Т4 и с хуёвыми тринями, блядь. Ну, там, получается, не безырь. А на самом деле, это там, ну, типа, на самом деле, я там почти в соло прохиливаю, тебе только танков надо поднимать по-нормальному, и все. Так, это не спульте там по а дороге деле... гибели, когда она... Ну, в этот раз, что-то урона больше было по вам. Типа, вы, ну... Знаешь почему? Потому что Рислин, когда вышел, они на него просто оставались и, типа, дамажились, сидели. У вас там в определенный момент... Да нет, да даже не только в тот момент, когда Рислин отошел. Блин, куда ты бежишь? А, бля, меня погибель точно. Блядь, ты... Что? В ДЦ, что? Нахуй. Забыл. Все, блядь, много избыточного нахуй нахуярил. Пизда. Ну, это очень понятно. А сколько у этих у ршавов? Ну, понятно, что такой босс там примерно в избыточное уходит. Мы тут все такие эксперты в ршавов. Что говоришь? Я почти эксперт. Что ты привел, Рислин? Уведи! Три духа привел. Кинь по мне диван, интересно. Хорош. А где? Они просто исчезли, но не уйдут хотя бы. Так, сейчас ножиком потыкаю. Игорь, интересно. Да. У меня эффективного... Да, блять, не сработало. Избыточного почти 2, блядь. 40% в избыток. Это нормально для Аршема. Не везет. Че, никто... Ой, а, блядь, я ему дебаф повесил. У меня избыточного немного. Половина избыток, нахуй. Нормально. Сколько у меня избыток? Половина, нахуй. Никто же не сдох, я могу рыбу не ставить? Я бегу еще. А, рестлинг, блядь. Блядь, сначал, пока нас там почти всех поубивало. Давайте рыбу. Бездарность. Так, чё, я дальше в этом вершане? Краф и Войт Фури. Да. Ну да, три хила. Вообще, на самом деле, тут Арислин? Три хила-то не сильно нужно. Давайте три хила. Арислин, зачем нам? Зачем нам? Зачем нам? Милик. А Чоколад и РДД. Ну, если хотите, я могу респектнуться, не? Я не знаю, если бы... Вообще, типа, так... смотрите, тут в чем проблема, типа, урона много, только если вы от луж не отходите. Если вы быстро отходите от луж, тут три хила нахер не нужно. Пекайся, Чоколад. Че, я что, наверное... Давайте один раз. Проблема только с лужами. Лужи очень больно вас задамажат, если вы под ними стоите. И рядом. А на погибели что, сопрут или что там? Не, то не, только не сопрут. Только не сопрут. А после оперу... Оперу в ДД. Или что? Короче, ДД можно пить, да? А, будем. Да, ДД надо пить. Сопроты снимайте, если не хотите пить ДД. А то синк уже пофирял меня с сопротом. А может, нахуй сегодня оперу? Можем просто ВВК сходить, Иро? Да, хотите. Ну что, вдруг убьем оперу? Да нахуй надо вдруг, если можно завтра сглю. Ой, не за во вторник. Че, где будет Фури? Тут? Фури, баб, давайте баночки выпили, масло намазали и погнали. Хаку, сними саппорт себе, как-нибудь. Ой-ой-ой.
Подожди, то есть а ты будешь типа скандером, но не Столгородской? Ну, не знаю, бля, попробуйте. Столгородская больше, мне кажется. Столгородская, я думаю, точно одевай, больше. Одевай Городскую за место кондера. Шуще кринж. Бля, ну на самом деле кондер он немножко дает там в момент, че крита начинает критовать, типа. Ну, в моменте. Да, тут стабильно, если не кританет, все равно дэмэш будет. Так, ладно. Давайте. Ничего себе. Много-много по рукам передадите, потестите, блин. Если погибли с первого утра, не убьем. На какой зубы даешь? На втором? На втором, да. ДБМ. Сейчас будет гига на получ. Вы, блядь, чего друг друга не напуляйте. Будет два трупика, блядь, лежать под боссом. Будет и будет, чем вы мне. Где-то похуй. Так, все, мы посвело, посвело. А чё ты не нажимаешь фейн, что ли? Я ж чуть это переебал. Истерия висит просто. А. И точно. Сколько там, 1% хп? 2. Вообще пиздец. Ну, на мауче в обычке реально пиздец. Блин, геймплей. Как удобно, не надо идти на мауче. На это ВКД. Реально, удобно. А, да. Правда, знаешь, терзать господин совет, что вторую эпоху я в гильдии хуй выбью. Ой, я. Мне нет метательного, чтобы этот на пул грохнуть. Я бы на пул лев кого-нибудь, но металки нет. Дайте стрел. Так, что, кстати, делаем? Смотрите. Яша нихуя. Шипайте вот этого чуковата и ферять сову. Пиздим Яшу. Пиздим Яшу. Смотрите, дед дает. Так он в пироманте. Да похер. Перепался до деда. А да, блин, опять же, давайте второго по агро, короче, потестить, чтобы Синга на пироманта кинула. В next раз. Пироманта нормально. Ну что, я вот сейчас. Так, давайте этот контроллер, давайте. Кого там выводите? Яшу. Меня контроль. Сейчас разъебу. Я как всегда, блядь, на ту сторону. Я не могу по нему попасть, вейжи не отдал. Всё, превращение. Аккуратно, аккуратно. 40. Так, отошли. Все назад уйдите дальше, блядь, чтобы вас не задевало. Похильте, Яш. Будет фури, последним, наверное, будем водить чуковат, удобнее стоять. Давай чуковат ебану водить. Он сейчас уже пропадет, я ебну его. Аккуратненько. Все нормально. Так, конечно, я ж... нормально, потом напулим. Мобы сразу идут, нормально. Не на меня адрес. Не хапало. Все, идите, мобов бейте. Рано. Мабам ща такая пизда. Бля, сливается. Ой, вы тут передавает. Готовься двигать. Стреляй его оттуда нахуй. Шипни его там далеко. Я похили, кстати, его. Ой! Я кош отжал, блядь. А шип эти сову, да? Он вышел. Мобов ловить. Вот там, кстати, и лови это... И погибель там же лови, да. Да, вот. Слева от лужи, может, стоять. Ближе к луже. Под лужу встань просто. Ну, типа, к ней поближе. И там да, лови. Да, туда лови, да. Да не бейте мобов, там кто-то забрать их не может. Кто убьет? Так, все, мобов быстро убить. Скажите, когда погребали. А погребали будет. 4 секунды.
Мы по твоим приходим. Чуть-чуть назад дайте еще. За один. Я выберу. Нормально. Добить моба. Там два. Там еще два. Да там у тебя рюм. Нет, там. Иннер мне дай, иннер мне дай. Стойку поменяем, блядь. Выведи нового. Говно, блядь, на панельке. Макрос на таун должен быть сразу. Где крики? Где крики? Реально. Вот я тебе. Вы босса пиздите. Если, короче, сейчас чуть-чуть поменьше, типа, рейд поменьше прохиливай. Слякоть бьет босса, давай крик. Слякоть есть зубы? Есть, есть. Да. 2 секунды сожжения. Ребафнись эту хуйню. О, стинг, блядь, ёбаный. А, так можно? А, потому что видите, хаку второй по агро, хаку второй. Да. Я говорю, что это агро, это хуйня, блядь. Там уресин вроде ману мало, да? Ничего. Ну да. Можно ему накинуть. Уже зеро не дал. У меня вот ошибка была. Ну, Марислен пойдет моба убить. Тут будет атем пригодился. А, тихо-тихо, по этим. Блять, синг! Так, Куриона АФК, Яша АФК, заебись. Синга главное, да, Тиму этот? Шип. Давайте жабу. Так шип есть. Там и Сингу? Да, Сингу, лучше жабу. Шо? Потом шип, если что. Ману сами сейчас. Первого вводим того, кто лучше стоит от меликов. Скорее всего, Уриона чаржнется, и можно сразу вывести будет ему. Урион, стой там, где стоишь. Я дайте кнопки там. Эвейжен и кош и всю хуйню вот эту байн, бля. Выкиньте. Нахуй. Урион, давай теперь. Урион, блядь, буйная, блядь. Ладно, недалеко. Так, все, отошли, отошли. Блядь. Чего у меня тут всякого геморроя? Блядь, жабка пришла, блядь, кидаться. Жабку потом закройте у меня, когда будет. Хаку, следи за жабой. Через 7 секунд. Я вывожу Яшу потихо. На себя его взял. Синга за... А, всё, забыл. Да я иду, и кошка иду. Раслин, горишь от лужи. Чековать там. Ещё где? Я не горишь, он. Ну, на Раслину ману придень ещё. Давайте, кстати... Забери Ури одного мама. Но next раз дадим Геру, чтобы, если чековат будет, чтобы Гера не ушел. Можно пробегать, подождать, типа, да, имя. Нормально все, что этот, Арестин может пойти и побить мобов. Пусть мама пробегает. Мне нормально все. Хорошо, за маны не следит, но офигезно. Оказуали. Бэшка, конечно, копыч. 5% так, ну и кому теперь тебе опять залить? А чё, сколько у него? Сколько у него? Чё ты делаешь? У него фул. А, тогда мне давай. Ты прыгать можешь? Я, чтобы не касть. Дадите отложим. В контроле прыгать можешь, типа, или чё? Нет, в контроле могу кнопки нажимать, чтобы я не касть. Охуеть. Это после контроля. Я понял, я понял. Фейк. Быстро трэшиваем. Ебальная 5 секунд. Блять! Я фейнт не смог нажать. Меня череда убила, нахуй я не проебал. Если есть Гера, то ставьте на перманту, да я. Если она же есть, да? Не. Что в контроле не кинулась, да? Когда еще тренируюсь? А, блять. Меня скинулось, кстати. Че, КД скинулось? Ну да. Хорошо, я шо, шо тебе? Ну зубы дам. Я понял. Как оно после этого, после контроля получается, скидывается Гера и этот припод, типа. Сейчас дам зубы. Не, ну у меня Гера не скинул. Да, у меня скинулось. И припод появился.
Дрипот понятно. Ла у тебя тогда я был. Ну чё, это жать Геру, да? Если давай, да. Так, что там, Урион не контролим, это ферряем Void Fury и, да, и шоколад этот, шип. Хорошо, что я, блядь, выпил ЛК-банку, блядь. Повезло, блядь. А я нет. Не под зелёнкой, под кровью, под незыблемостью пол лица снимает. Хайпово звучит. Надо говно прожать. Да вы охуеете от жизни. Взлетают. Давайте контроль. Подойдите все ближе к Фуриону. Да, подойдите, короче, поближе сейчас. Когда будем выводить, надо сразу будет пойти в стену. Вот сейчас, как только его выведу, сразу в стену упираемся. Все, в стену уперлись. Уперлись в стену. Заебись, кто мне стан дал. Я тебе давал, но я думал, кончится должен был. У тебя же гим есть, если что, на ману? Есть. Ой, я шоколад вывел нечаянно, сори. Ты только его... Да, меня закрыли. Дашь его только, когда с контроля меня выведет, то ману ноль. Хорошо. Пойду чековат или забить. Вон там прям его и... Охуенно мабани забили. Забери на себя вот этого жуткого. Бейте маба большого жуткого. Для замедления. Че за моб, блядь? Бежит сова. Которого с допад дал. Сову. Фир. Тупо 5% для ману. Не домашнюю пытайтесь тут. Блять, это сука. Сука. На пизда. Так милики за танком можно спрятаться. Блять. Стену упритесь, вас дамажит лужа. Сейчас дух. Блять, большого забрал себе. Забейте это вайп. Ну и вы. Ну вы куда стены? Зачем вы вообще вышли, типа? Ну стойте возле стены, нахер вы выходите, невозможно это прохилить. Ты кому именно? Да всем просто, типа. Вы просто вышли, типа, и сдохли. Почему нельзя просто возле стены стоять? Чё не понимаете, что как дамажит здесь или что? Ты, видимо, глуп немного, да? Не видишь? Чего, умерли? Нахер вы дал уешите тогда? Подождите, пока он отойдет. Либо давайте в этот момент просто будем через лужу бегать. Ну да, мы как-то пробегали же с вами через лужу. Как раз вот отсюда. А нормально тут все было, блядь, моба этого здорового привезли. Почему? Мы убьем его нахуй. Так, ладно, короче, давайте на оперу сегодня не пойдем. Просто ВВК сходим. И все. О, можно он тапки всем уже выбили с валик? Тапки с валик выбили всем уже? Всем это кому? О, тебе и Реслину, блядь. Я хочу на Финдрир тапки с валик. Это не смахивает на тапки с валик. Ну, тебе не нравится? Мне нравятся, знаешь, какие тапки. Блять, просто ответь да или нет. Нахуй ты это всегда делаешь? Просто скажи да или а нет. А мне такие блядь. Тапки нравятся. Ты нервничаешь, блядь. Заебал. Каждый раз. Только хотите он прикол? Он... И сидит молчит, блять, пока спросим. Рыба надо. Я пошел вызывать погибель. Так что бегите сюда. Ты заебал. Нет, ты заебал. И не Урика мне пать. Не мог заебать. И меня Кури впать.
Ури, надо Ури к нам в пати. К рогам и этому. Ну не на это нербосса, но вообще. Вообще нам твоя мана нужна, идешь к нам. Рик. Понял. Я пошел менять мясо, блядь. Рыба, блядь, стоит. Фрики. Там, где босс пулится. Зачем он пылится там? Пулится. Пылится? Пыльца? Пыльца? Давайте скорее. Пляница. Пляница, блядь, сука. Какая сука, блядь.